Слушай, давай проверим твою реакцию. Если ты успеешь за 5 секунд подписаться на мой канал и поставить лайк, то обязательно напиши об этом в комментариях. Мне просто будет очень интересно. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Chicken Gun. Ну и что же, ребята, вчера вышло новое обновление в Chicken Gun, и получается, оно было на 21 мегабайт. И я просто удивлен, на самом деле, уже две обновы от разработчика мы видим просто, ну, никакими, просто даже версия обновы не меняется. Вы прикиньте, вот неделю назад, я помню, тоже была прям пустышка обнова, ничего там не добавили. Вот и вчера вышло тоже обновление. Не знаю, может быть, какие-то ошибки исправили, или может быть, что-то добавили, но прям это не видно. Обязательно об этом напишите в комментариях, будет очень интересно. Ну и вообще, напишите в комментариях, вы обновились ли на эту новую обнову, или все-таки остались на старой. Ну а сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране, он реально очень годный, просто посмотри его и оцени. Ну а с вами был, как всегда, я, Ананасик, всем удачи и всем пока-пока.